И всем привет, мои дорогие друзья! С вами канал Бронька Про. И сегодня у нас обзор мода по Майнкрафту. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а я нажимаю F5. И мы погнали. Так, а в новое? Что у нас новое? Что новое? Я не понял. Как этим пользоваться? Как этим пользоваться? А, Маня. У нас такие крылья образуются. Нормально. Нормально. Мы такие левитируем. Мы такие можем левитировать. Мы летать с помощью паутины нормально. Нормально мы летим с помощью паутины. А это крюк обычный, на котором мы можем забираться. Не на такую высоту. Ну, к сожалению... Но хороший крюк. Можно куда-нибудь забраться, например. Давайте полетим. У-ху. Так. Мы такие можем. У-ху. Классно. Мы левитируем. Нет, мы летаем на паутине. Давайте еще полетаем, это круто! Вот, я. Да, Маня! Только посмотрите! Как это круто! Вот! А! Это круто! Крутец-кобыла! Давайте перейдем к... Думаем... какому-то вроде бы железный человек. И вроде бы не железный человек. Сейчас вот так надо. Так. Подбираем, надеваем, подбираем, убираем, выторгнем. Смотримся мы, конечно, не очень смотримся, но давайте посмотрим, что мы умеем. А, Б. Где Б? Я могу вот так делать. Я прыгаю. А на Х. Да. А на Х мы вот так делаем. А мы что, летать не можем? Нормальный железный человек. Такой нормаленький. А это кто? Это какой-то суперсолдат Анархия. Да, это... Ну, конечно... О, нормально. А что мы в таком образе можем делать? Мы просто какие-то типа эндермены. Ну, не совсем. Так. Так. А это кто?
Конечно, мы надеваем такие же вот такие. Давайте вот такую одежку наденем. А это куда? А это куда? Куда это? Куда это? Давайте. Кстати. Классик. Мы сейчас такие. Сейчас будет, будет. Опять же, извиняюсь. В прошлом видео извинялся. Я болею, поэтому. Тулуки, арбалеты. Ну, нормально. Давайте. Давайте мечик. Вот такие. Чё у нас? А это чё за звук? У нас что, молоды? Понял. А эти что, конечно? Это, наверное, вообще не супергерой. Оп. Где оно? Вот костюмчики. Наши костюмчики. Давайте. Так. Что это за костюмчик? Непонятно. А это что? Я такой какой-то профессор Гоголь-Моголь. Давайте сделаем дым. Давайте уберем все вот это. Супер какой-то, супер. Супер-пупермен. Это супер-пупермен. Да. Давайте, это какой-то просто обычный. Похожий на Дэдпула такой супермен. Да, своими глазами делаю. Это я вроде бы не я. А этого не обозревал. Потом Марвел. Потом вот это. И все. И наш обзор закончится. Опять только снимать маску. Давайте щитом воспользуемся сейчас. Где щит? Я ничего не делал. Ой-ой-ой. Я всех завалю своим щитом. Вы выдер больше. Где я обозреваю? Вот этого, а потом я вот этого обозреваю. Что я буду делать? Супермен. Это танц. Давайте последнего персонажа. Так. Что я не буду делать? Вот, Кит Флэш где-то был. Кит Флэш. Я хочу Кит Флэша. Флэш. Алло.
Давайте вот. Щада. Чё этот умеет? Это какой-то торон, одежку снимать. Это мы очень быстро их где мобы? Давайте попробуем. Ведьму. За два удара ведьму? Это как? Это очень большой. Давайте. Еще. Только. Вот это. Где? Угу. Так, так, где оно? Да. Тут, кстати, королеву пауков заспавним. Это тоже с модом придет. Как нормально. Нормально королева пауков. Но зачем крутится? Нормально. Что за мобы меня замечают? Как мы быстро ее мочим? И от нее опыта. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Бронька Про, и всем пока!